рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня вы узнаете полное описание и точную дату выхода 7 серии нового российского сериала «Заповедный спецназ», которая выйдет в эфире телеканала НТВ 25 марта. 7 серия. Угар, тренер детской спортивной секции и подельник Якушева, подключает своих подопечных к игре. Они должны следить за инспекторами и докладывать обо всем ему. Кужель приказывает Веркину подвести Тарханова или его бойцов под статью. Мальчишки докладывают обо всех передвижениях рыси рыбакам. Те успешно пользуются отсутствием инспекторов и проводят вылов и загрузку рыбы. Чтобы отвлечь внимание инспекторов, один из пацанов выходит в море и падает с лодки в воду, другой в лесу попадает в капкан. 8 серия. Местные жители в панике. Инспекторы калечат и убивают их детей. Возмущенная толпа требует отставки Тарханова и суда над ним. Якушев поднимает мужиков на бунт, и те идут громить кордон. Рысь наблюдает из укрытия, как мужики громят кордон. Чудом подоспевшие бойцы отбиваются от людей Якушева. Макс ранен. У Тарханова рождается план, как побороть Якушева. Он предлагает Шапошниковой взять того в отряд. Напомним, 7 серия сериала «Заповедный спецназ» будет выходить в эфире телеканала НТВ 25 марта. Если вам нравится сериал и ожидаете выхода новой серии, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра!